Погоня со стрельбой и гонки по полям. Но все по порядку. В Смолевическом районе, внимание, дорожной милиции привлек джип. Внедорожник выехал на трассу со стороны поля. Несмотря на глубокую ночь, в автомобиле были выключены габаритные огни. Такая ситуация даже из простого любопытства вынудила инспекторов ГАИ подъехать к машине и поинтересоваться у водителя, что заставило его кататься ночью по бездорожью. Шофер с людьми в погонах долго разговаривать не стал, а вместо этого прыгнул в салон авто и надавил педаль газа. Чтобы остановить подозрительного автомобилиста, милиционерам несколько раз пришлось выстрелить по колесам машины нарушителя. Простреленные покрышки и пробитый поддон вынудили гонщика остановиться. Мужчина пытался убежать, но все это уже было бесполезно. Позже в салоне авто инспекторы нашли 7 ящиков водки. Правда, еще 15 ящиков алкоголя злоумышленник выкинул по дороге. В УВД Минской области предполагают, что водка была контрафактной. Видимо, это и стало причиной такого неадекватного поведения шофера. Вскоре водитель был найден и доставлен в Смолевический РОВД. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Его автомобиль со всем содержимым доставлен на штрафную площадку. Назначена проверка.